Как делишки, ребятюшки, с вами снова Одессан и Жека, и сегодня мы будем продолжать свои эксперименты друг на друге в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет и большое спасибо за ваши лайки под нашими сериями сумасшедших ученых. Только благодаря вам, мой товарищ Сапсадам, мы выпускаем ролики, правильно, да? Да, так что, компаньоны, ставьте большие пальцы вверх прямо сейчас на вот этот видос и на моем, и на Жекином ролике. И давайте наберем как можно больше лайков, если вы хотите новую серию способов. А мы погнали. Мучачус амигос, поехали. Мучачус, погнали, давай, давай, давай. Так, погнали, давью. Вот, ребята, карта на мою сегодняшнюю серию способов, как убить друга. И уже третью серию подряд я реально как-то могу придумать... очень такие креативные способы, как умереть. И знаете, что Жека будет делать в этой серии? Если в прошлой серии Жека умер от беспилотника, которым он сам же и управлял, то сегодня ему надо будет перепрыгнуть вот это болото на трамплине. Да, но не просто, а знаете, как он перепрыгнет? На Поршехе, на Порше, понимаете? Машина Порше, и знаете как? Опа, да, очень даже прикольно будет, потому что сейчас бы в Майнкрафте на трамплинах на машине прыгать, мне кажется, не каждый день такое увидишь. Поэтому, ребята, я больше вам ничего не скажу, вы сами увидите, как это все произойдет. А мы сначала потопали на карту Жеки, пройдем его карту, а потом вернемся на мою. Так что, ребята, давайте, погнали. А, ну что, сумасшедший ученый, вы готовы? Уже компаньон, давайте, приглашайте меня. Господин Эдуардо Пересьяду, мучачус амигус, добро пожаловать на мою карту. В общем-то, на этой карте вам нужно всего лишь отъехать, понимаете, рипнуться, сдохнуть. И вот как хотите. И всего лишь рипнуться. Всего лишь рипнуться. Ну это изи. Так, чё тут такое? Кирилл тут торгует какими-то своими Кто такой Кирилл? Штуками. А ты посмотри, чем он торгует, он какими-то очень... Да я ее вообще не вижу, арбы какие-то, потом ожерелья, арбы непонятные, так. Он за мани-мани берет все какие-то арбы. Понятно, понятно, Кирилл такой, так. Да, Кирилл вообще негодяй, негодник, так сказать. Так, я где-то спаунпоинт... А, хотя зачем спаунпоинт? Не надо спаунпоинт. Так, чё вот эти... Ой, Жек, тут как-то очень много всяких... Тут точно что-то есть или нету? Как бы смотри, Эдисон, это, как ты понял, какая-то... Типа, ну, как деревушка, можно так сказать. Деревушка, с рынком, с базаром. Рынком, ну. Тебе тут нужно найти, как бы, способ умереть. Ты исследуй. Ты можешь вначале не искать ничего, а просто хотя бы понять, что тебе исследовать. Да, надо. Ну, я все же сначала поищу, да, тут ни хрена нету. Так, тут есть что-то, тут тоже ничего нету. Так, вот там я вижу какой-то... какой-то сундук. Какой-то очень странный сундук. Да. Ага, да. Ты его вряд ли сможешь открыть вот так вот, да. В смысле вряд ли смогу открыть? Ну, вряд ли сможешь так вот просто попасть, как бы, вот, вряд ли очень. Это вряд ли. Почему? Ну попробуй, конечно. Ну окей, окей. Да, вряд ли ты сможешь так просто попасть, как бы. Исследуй и все, мучачусь. Надо все исследовать. Так, а что тут такого? А, может, с этой стороны? Слышь, мне кажется, что-то тут странное, что-то тут очень странное. Где? Вот тут что-то странное, вот иди сюда. Ага! Что-то странное. Ага. Что у нас тут такое? Ну я на него тыкать не могу, не, если что. Блин! Давай. Так, опа, орб. То есть мне нужны орбы. Да, тебе нужно поторговаться, так сказать, Эдисон. Поторговаться. Ну то есть Кирилл мне пригодится, как я понял, да? Да, Кирилл тебе пригодится, Эдисон. Кирилл мне пригодится, но... Ага. А что-то такое? Я вижу. Что-то какой-то странный блок, да? Странный блок, там... да, но. Походи тут возле него, может, что-нибудь найдешь. Возле него? Да, возле него, мне возле нужно него. Походить. Мне кажется, нужно возле него походить. Возле него походить, да? Вот прям возле него нужно походить. Да ничего тут возле него нету. Прям возле него. Орб, точнее, я нашел что-то такое, Жека. Локет нашел. Так, орб. Какой, локет, да? Локет, я нашел локет. Теперь ты можешь купить себе орб, да? А что ты можешь купить за орб? Разворачивайся. Будем. Нет. Не хочешь. Так, вот тут вот этот бомжарчик, бомжапурчик. Да, по-моему, тут немножко другой орб нужен. Заколебался, Витя. Ты меня недавно в троллинге проверял, какой я крутой брокер, да? А сам вот даже не поторговался с другими. Как бы тебе нужно выявить самую оптимальную торговлю, понимаешь? Понимаешь, ты должен купить очень крутые вещи. Вот. Рычаг, да? Я купил рычаг, да? Да, ты купил рычаг. Я купил рычаг. А что рычаг может делать? У меня такой вопрос.
А ты вот, мне кажется, не всю карту исследовал еще. В смысле не всю? Всю, вот ну, прям. Ну, кажется, не всю, но вот мне кажется, тебе нужно вернуться на базар. Кажется, мне да, нужно вернуться на базар. Не, подожди, подожди. Вот тут что-то есть, да? Тут что-то явно есть, Эдисон. А где? Ага, опа. Ага, опа. Опа, опа, опа. А там... Ага. Ага. А ты можешь, да, ты можешь прилечь, но... я не могу. Ты не сможешь пролезть, как бы тебе нужно, Эдисон, вот сюда. Ой. Кажется, еще один нужен рычаг. Эх, эх. Выпустите! Ломать нельзя, ломать нельзя. Так, еще один рычаг. А где еще один локет возьму? Еще один локет. Ну вот ищи. А тебе почему именно, почему мне вот этот твой вот какой-то вот локет непонятный, да? Может, тебе нужно просто найти орб? А где я орб тебе найду, а? У меня такой вопрос. Ну, Эдисон, ищи. Такая сложная у тебя карта. Так. Да. Орб, у меня да? Сложная карта. Я сейчас сам немножко запутался, но... Ну ладно, это нормально, Эдисон, это нормально. А, так, что у нас Кирилл Орб, да? Кирилл Орб у нас. Так. А ты купил рычаг... Ну да, ты, естественно, купил рычаг за орбы. Ну, я купил рычаг, конечно. За орбы я купил рычаг. Рычаг купил. Ну вот, а что у того продавца продавалось, так сказать? У продавца продавалось, орб продавался, за орб продавался. И тут орб за орб продавался. Который в амбаре. Который в амбаре, ой, возле амбара. Ты меня заколебал. У него... Эдисон, ты должен просто логически мыслить. Тут не так просто умеет... Да я понял, да, я все понял, понял. Только где мне еще один орб взять? Точнее, где мне еще один локет взять? Я тебе... А... А-а-а, кто-то карту не проработал. Я что-то тупанул, подожди. Вот именно. Я тут просто поставил ему, на. На тебе локет, как бы. Проводи еще раз всю эту торговлю. Еще раз, торговлю всю. Вот именно. Это, сорян, тут как бы моя вина. Моя вина, я... Вот-вот, твоя вина. Я с этой торговлей просто сам запутался, понимаешь? Я знал, что я что-то упустил. Мои сумасшедшие мозги не позволили. Вот-вот, компаньон, не надо так в следующий раз. А я-то что-то мучаю, единственное. Я тебе тогда еще подсказочку, ну ладно, вначале это как бы... Нет, дай под... Нет, сначала дай мне подсказочку. Нет, вначале это все сделаем. Нет, вначале дай мне подсказочку. Так, хорошо. Да, вначале это все сделаем. Так, ну давай, давай, давай. Опа. Давай, давай. Молодец, молодец. Ааа, спалил меня. Ты умирать там будешь, там, не? Давай, давай, Эдисон, с разбега. Опа! Красава, так, еще один, да? Еще один рычаг. Эдисон, ну я тебе дам подсказочку небольшую. Угу. А, тебе, чтобы пройти мою карту, еще нужно найти секрет с лошадями. Секрет, окей, сейчас найду. Давай, 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 давай. Теперь ты у нас мобильный, так сказать. Нет, я умер, да? Алло, как ты? Я прошел карту. Эдисон, ну за пределы карты нельзя выходить. Я поставил эту фигню, но пределы нельзя. Недоработочка, компаньон. Так. Так, я тебе говорю, тебе... Ничего нету, да? Эдисон, тебе нужно... поторговаться с лошадьми, а потом сюда вернуться. Я, в принципе, ну или не поторговаться. Выпрыгнуть отсюда, так что... Нет, ну я тебя буду телепортировать. Я думал, что ты не будешь выпрыгнуть за карту, потому что как бы я на твоей карте тоже мог много раз выпрыгнуть, не стал этого делать. Тут ничего нету? Нет, окей. Так, давай, давай, а поторговаться давай. С лошадями, лошадями. Или не поторговаться, или я не знаю даже, что с ними можно сделать. Не знаю, что с ними можно с этими лошадьми сделать. Я тоже не знаю, если честно. Ну ты вот попробуй, что-то с ними поделать. Давай, Эдисон, ищи лошадку, ищи лошадку. Ты должен убить одну лошадку. Опа, опа, бьется, 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 бьется! На, паскуда! Так. Эдисон, короче, теперь начинается самое интересное. Ты сейчас должен вернуться в то место, которое ты открывал рычагами. Рычагами, должен, да? Ну, совсем место. И там, кстати, на седле кое-что написано, ты прочитай. Можно использовать только плей, чё? Ну, ты поймёшь сейчас, Эдисон. Заходи сюда, заходи. Ну, я зашёл. Тыкай на него. И нажимай Player Mounts. Эдисон, я тебе так сейчас скажу. Ты уже прошёл мою карту, но я тебе сейчас просто просьба... как бы, так сказать, ничего не делать. Просто ты готов отправиться в самый интересный поход твоей жизни? Давай. Я готов. Поехали! Поехали! Ой-о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 й! Давай, вперед, вперед! Побежал, смотри, побежал! Давай! Гони! Давай, давай, забирай! Сажу по колено! Быстрее вперед! Вперед! Ну, ой-ой-ой! Смотри, побежал! Нифига! Он бежит, дальше! Прямо, дебил! Давай! Давай! Вперед! Опа! Так,
потанцевать. Куда, 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 потанцевать, попрыгать, попрыгать. Это очень важно. Давай, давай, давай. Ну, да, ну теперь, ну потанцевал, да, все, хватит. Потанцевал, хватит, все, все, вперед, давай. Куда, куда? Давай, давай. Куда? Не, не на трупака, не на трупака, не надо мне на трупака. В другую сторону куда-то. Да все, хватит. Он сошел с ума. Да я вижу. Что мне делать? Я не знаю, я тебя толкаю, Эдисон. Опа, побежал, побежал, побежал. Ой-ой-ой-ой. Ой, не, хрен знает, куда я в ад отправляю уже. Я не знаю, где ты отправляешь. Ой. Какое-то место. Явно в очень плохое место. Опа, 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 опа. Убежал, убежал. Давай, убегай. Так, что я не умер? Почему ты не умер? Ладно, зато хлебчик умер. Все, до свидания. Все в порядке, ты умер. Все хорошо. Да. Ой. Големчик. Да. Сумасшедший, да, у тебя големчик. О. Да, я согласен. Я готов пройти на твою карту. Готов, готов. Я готов. Да. Окей, давай, давай, заходи, заходи внутрь. Я монокль потерял, подожди, монокль. Да, ничего страшного, ничего страшного. Да. Так, Эдисон, я готов. Готово, ну заходи, заходи. В общем, Жека, тебе надо найти способ, как умереть. Вот тебе надо догадаться. Вот много места есть, поэтому. Нифига себе, вот это, конечно, да. Открытие мне такое. Да, давай, ищи, ищи. А мне на фаст поставить? На фаст поставить. Да, хорошо. Поставить на фаст. Так. Давай. Так, давай. Тут есть гараж. В гараже что у нас? В гараже у нас машины? Откуда я знаю? А я вижу машины синие. Да не, ну ничего там нет. Ничего там нет. Ладно, хорошо, хорошо. Так, допустим, тут ничего нету. Допустим, да. Скрытые сундуки нужны. Допустим. Допустим, там ничего нету. Ой-ой. Это что такое? Я не понял, это что за. Это что такое? А, понятно. Так он почему? А в привидение, походу! Он пропал. Но это не способ умереть, он тебе больше не пригодится. Просто привидение было, Жека. Да? Это гальвуны у тебя. Это меня типа пугаешь, да? Да, да, да. Так, Жека, ну ты, ага, ты пойми, как я тебе я надо. Я должен найти код, но я не знаю, где его найти. Не-не-не-не-не, я тебе дам подсказочки, я тебе дам подсказочки. Тут есть три двери. Три, понимаешь? Ага, нет, есть четыре двери, точнее. И тут код от этих дверей, ты знаешь. Это самые распространенные цифры, вот эти сочетания цифр, которые мы когда-либо использовали. Ну ты знаешь, что это такое. Да, то есть я могу просто так, да, сейчас на рандом. Да, ты можешь на рандом, да. Нет. Самый. Ага. Какой? 228! 228, дальше. Хорошо. 1337. Все верно, дальше. Так, сундуки, подожди, сундуки. Все верно, Жека. Так, здесь что-то есть по-любому скрытое. Ничего тут нету, дальше проходи. Ну ладно. 666! Опа, угадал с первого раза! Опа. Так. А тут уже дверь необычная, надо кнопочку найти. Эдисон, ты меня заколебал. Обратно, Жека, обратно, да. Два. Так, Жека, мне кажется, тут где-то может что-то будет спрятано. Надо найти кнопочку. Не-не-не-не-не-не, туда наверх никуда не надо. Не-не-не, просто. Просто куда-то надо бежать в лес, Темный лес. Так, хорошо, я бегу. Я где-то забираюсь наверх, я где-то на крыше. Какой к черту крыш? Не надо на крыш, куда-то наверх вообще топает. Да, в смысле, там как бы лестница была. Не было никакой лестницы. Я, короче, тут где-то где сундуки, или не обратно возвращаться? Ну, где-то вот тут, да, тебе надо найти. Ну, подожди, там есть дверь. Где нужен рычаг, да, понимаешь? Я понял, я ищу в этих сундучках. Мне кажется, ты просто так бы не сложил сундук. Мне кажется, на каком-то скрытом месте. Да, я понял уже, где в каком. Кнопочка! Кнопочка! Давай, обратно, Жека! Хорошо. Молодец. Куда? Давай. Ой, тут сложно, давай. Ага, знаешь, как я залез? Я вот тебе отсюда залез. Да, я понял. Давай. Давай, Жека. Давай, быстро. 228, 1337, давай, 666, и кнопочка! И чё там? И чё тут? Ищи, я не знаю, может кто-то есть. Тут чё тут, да? Ага, фьюел. Фьюел! Так, значит, у тебя есть машина и у тебя есть бензин, да? Да, у меня есть бензин, у меня есть машина, но у меня не машина. Быстро, в машину! Заправлять её! А каким можно спросить Макаром? В смысле, каким Макаром? Ну как мне вернуться? Вот берешь, возвращаешься! Быстро! Понял, иду. Давай. 1337, 228. 228, в машину! Каким образом я туда попаду? А вот да! Надо как-то гараж открыть. Вопрос как?
Как открыть гараж? Мне кажется, в лесу там где-то еще одна кнопочка есть. Да ты меня не... Давай, давай, давай. Так, куда там нужно бежать? Вот сюда? Да. Да, все правильно. Все верно, все верно, да. Так, проходим. Проходим, все чекаем, все проверяем. А, ты даже в доме не был. Ищи, Жека, ищи. Так, что-то тут нифига нет. Значит, не тут. Что-то нифига тут не открывается или все-таки тут. Ну, да, ты можешь покакать, как бы никто не запрещает. Что мы делаем, кажется, серии какаем, правильно? Да. Может, в этих книжках? Я в душе пока побуду. Ладно, хорошо, я пошел. Я не буду поглядывать. А, нет, стоп, здесь я уже был. Да, может, там еще что-то есть. Кто его знает? Может, там не один сундук был? А, вот там? Да, вот там. Если ты меня запутал. Ну что-то тут есть 100%. Так, ну хорошо. Один скрытый сундук был вот. Еще один, да, еще один есть где-то. Он не в листве, дам тебе подсказочку. Он не в листве. Он не в листве, Жек, он не в листве. А где он? Ну где-то может вот тут, где-то вот там. Поищи. Где-то вот тут, вот там. В траве поищи. В траве, следопыт, чертов! А, вижу, все, нашел рычаг, отлично. Давай, в гараж! Я думаю, что ты мне говорил, найти рычаг вначале. Во, давай, в гараж. А нашел я кнопку, все, понял. Я тебя раскусил. Раскусил, ну как, в смысле раскусил? Я тебя даже тут затроллил, Жека. Давай. Ладно. Так, хорошо. Отлично, Мафына. Мафына, заходи, садись. Так, отлично. Заправляй ее, фьюэл. Я заправляю. Жека, у тебя есть трамплин! Давай, надо перепрыгнуть на машине трамплин. А если я не перепрыгну? Значит, будешь лохом, потому что я перепрыгивал. Давай, Жека, давай! Давай! Ох, мне хрена себе! Нифига себе, я тут попал. Куда обратно, дебил? Она сама, Эдисон! Так а чё ты не вылез, придурок? Сейчас я перепрыгну. Обратно в гараж он вернулся, не знаю зачем. Чекаешь? Чекаю. Я тут Шумахер. Давай, ага, да. 1337. Давай, вылезай. Ой, машина курит. Так. Нормально. Припарковался называется. Да, у меня тут дом, я нашел. Нашел? Да. Ой-ой-ой, до свидания. Я в машине буду. Ой-ой-ой-ой, улетел! Мне понравилось. Ну и на машине покатался. Синенькая, ты заметил? Синенькая, специально для тебя. Да, синенькая, любимый цвет, однако. Специально для тебя, Евгений. Да, я оценил. Город, я давай жду, как подъеду. Я иду, я уже бегу, я уже на пути, я уже почти прибежал, я уже тут. Я уже... Во имя науки, ребята, быстрее! Голем там бегает, голем с ума. Где? Ой, смотри, где-то тут был. Ну, пускай бегает. Ребята, он туда покажет. Покажу, как там кого-то ищет. Ставьте огромный палец вверх. Давайте наберем как можно больше тысяч лайков. Давайте по 15 тысяч лайков на двух видосах и на моем, и на Жиндосе. Жиндоси нам. Жиндоси нам, так сказать. Да, тут все верно. Я, значит, отдайте мое тело науке. Как обычно. Ребят, большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.